На территории города за двое суток выпало свыше 30 сантиметров снега. В связи с этим руководители КСК в течение 3 дней должны организовать своевременную уборку дворов, кровель домов и тротуаров от снега, наледи и сосулек. Много снега. В первую очередь мы это требование обычно по правилам благоустройства 3 дня дается на уборку всей территории дворовой. Но мы 3 дня не ждем. В первый день, если это много снега, они все входы чистят, дворники, и небольшую тропинку вычищают, чтобы люди могли пройти. На следующий день они от бордюра до бордюра чистят. Согласно нормативам, тротуары дворовых территорий должны очищаться от снега и наледи до асфальта. В случае сильного гололеда дорога должна обрабатываться песчано-солевой смесью. Однако на деле не всегда дворники имеют возможность выполнять свою работу так, как это прописано в нормативах. Особенно это касается чистки крыш от снега и сосулек. У нас все крыши скатные, и туда пустить рабочих одного или двоих – это очень опасно. По технике безопасности не рекомендуется вообще на крышах быть в течение, ну, зимой. Естественно, можно рабочим залазить на плоские крыши, но обычно там сосульки не собираются. Поэтому сосульки сбивают как могут. Чаще всего договариваются с жителями верхних этажей и убирают сосульки с окон или балконов при помощи обычных палок. Что касается снега, что счищается с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, то его должны складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта или движению пешеходов. Кроме того, эти места должны предусматривать отвод талых вод. Алматы – один из крупнейших городов, промышленный и культурный центр республики. На сегодняшний день система водоснабжения южной столицы является крупнейшей в Казахстане и обслуживает более 1,5 миллионов жителей города и прилегающих поселков. Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства мегаполиса обслуживает 2700 километров водопроводных и 1500 километров канализационных сетей. Ежедневно потребителям подается свыше 500 тысяч кубометров воды. Сам процесс водоподготовки является сложным процессом и затратным и энергоемким. Более 70% поступающей воды в город добывается насосами из скважин глубиной более 350 метров. А треть из этой воды, поступающей в город, добывается из горных рек. Прежде чем попасть в саму систему на потребителей, вода проходит несколько ступеней очистки. Качество воды непрерывно контролируется на всех этапах очистки, как на выходе, так и в самой распределительной сети. Ежесуточно специалисты лабораторий отбирают пробы на санитарно-микробиологические исследования. Кроме того, для улучшения качества воды в конце прошлого года с участием акима города Ахмеджаном Есимовым была запущена новая фильтровальная станция, которая заменит старую, бесперебойно подававшую воду с 1949 года. Комплексные работы по развитию водопроводного комплекса Алматы позволили сократить потерю воды, аварийность на водопроводных сетях, сэкономить электроэнергию, уменьшить потерю воды и улучшить качество обслуживания потребителей. У нас потребление электроэнергии в рамках именно сокращения и модернизации насосных станций сократилось на 20 и чуть более процентов. Также ведется у нас масштабная реконструкция сетей и сооружений водопроводных по городу Алматы. При этом аварийность у нас снизилась на водопроводных сетях в районе 34%. В течение 6 лет за счет собственных средств было пробурено 21 водозаборная скважина, отремонтировано свыше 40 резервуаров чистой воды, заменили 93 километра водопроводных сетей и произвели ремонт 36 водозаборных кустов. Установлено 85 регуляторов давления и заменено свыше 500 единиц насосного оборудования. Все это позволяет холдингу обеспечивать жителей качественной водой. При этом тариф на воду является одним из самых низких в стране и составляет всего 55 тенге 56 тиин за 1 кубический метр. В текущем году в рамках выполнения инвестиционных программ предприятий, направленных на повышение уровня надежности системы водоснабжения и водоотведения в 2015 году, планируется освоить из собственных средств 2 миллиарда 400 миллионов тенге. Также для удобства потребителей услуг водоснабжения и водоотведения функционируют 3 современных центра по обслуживанию потребителей, где можно по упрощенной процедуре
присоединиться к сетям водоснабжения и колл-центр, который работает ежедневно с 8 утра и до 20:00 вечера.